Завершающий вопрос, пожалуйста, Первый канал. У меня вопрос к госпоже министру. Вы недавно, выступая в Австралии, говорили о том, что Украина знала историю вторжений от монголов до татар. Я бы хотел попросить вас уточнить, а кто-то еще, кроме украинского народа, стал в результате этого вторжения более стойким, как вы сказали? Какие-то, может быть, еще другие народы? Я хотела привлечь внимание к другому, что если бы случилось вторжение на Украину, то быстро такое вторжение увенчаться успехом не смогло бы. Оно бы переродилось в затяжной конфликт. И это нанесло бы, конечно, серьезный ущерб не только украинскому народу, но и российскому народу, а также стало ударом по европейской безопасности в целом. Поэтому любой ценой мы должны избежать такого развития событий. Вместе с тем, мы должны, конечно, помнить о том, что Украина – это суверенное государство, которое само принимает решение, присоединяться к НАТО или нет. И Украина также должна сохранить свою территориальную целостность.